Спрей для рук антисептический Орвис. Так называется новый препарат, выпуск которого на Эваларе налажен в рекордно короткие сроки на участке производства спиртосодержащей непищевой косметической продукции. Цель данного участка – это смешение и розлив, и упаковка спиртосодержащей непищевой косметической продукции, к которым относятся и антисептики. Рабочий объем этого реактора – 1000 литров, то есть 10 тысяч флаконов по 100 миллилитров. Новейшее оборудование позволяет предприятию производить до 30 тысяч флаконов со спреем в сутки. Для удобства в использовании предусмотрена упаковка на 50 миллилитров. Как только мы узнали о том, что из наших аптек исчезают антисептики, мы сразу же приняли решение о срочной разработке таких антисептиков. Тем более, что у нас все для этого было подготовлено в производстве. То есть у нас есть лицензия на спиртосодержащую косметику. И есть три линии, на которых можно осуществлять розлив, и есть даже комплектующие для того, чтобы выпускать антисептики. Новый антисептик содержит все необходимые ингредиенты для смягчения кожи рук. Эффект санации 99%. Первая партия спрея уже находится на складах Эвалар и скоро появится в сети аптек предприятия. Отгрузка нового антисептика начнется 1 апреля. На складе лежит уже 20 тысяч, и в апреле мы выпустим около 1 миллиона штук. Ну, конечно, в первую очередь мы будем снабжать Алтайский край, кому надо, пусть заказывает сколько угодно. То есть в апреле будет выпущен 1 миллион штук, это спреи для рук, гели для рук также будут выпускаться, и растворы. Тоже спиртовые растворы для рук, для обработки гаджетов. Спрей для обработки гаджетов и компьютеров на предприятии Эвалар уже зарегистрирован. И на днях начнется его производство. А вот Орвис уже готов встать на защиту жителей края от вирусных атак. Илья Кочетков, «День с толком».